Представители религиозных общин, конфессий, организаций, работники органов местного самоуправления, трудовые коллективы, учащиеся и жители крымской столицы вместе приступили к уборке обширной территории на улице Киевской. Позвать на субботник представителей разных вероисповеданий. Идея администрации города. Определяем участки работы, ну а неравнодушные люди, которые не просто разговаривают, а и пытаются сделать что-то для нашего любимого города. В данном случае это представители религиозных образований. Они работают, это хорошо, погода хорошая. Это одно, общаются, это, я так думаю, объединяет, то есть создает наш многоконфессиональный мир более сплоченным. Усилиями порядка 300 человек с территории длиной 30 тысяч квадратных метров было убрано 150 кубических метров мусора и сухой листвы. Очень приятно, что все мы вместе, самые разные, но можем сегодня здесь объединиться в одном деле, наводить порядок. И тем самым, я думаю, видя друг друга, мы берем друг от друга, получаем какой-то добрый пример, чему-то учимся. У нас единые цели, получается, что мы как бы убираем эти площадки, и кроме этого же люди, получается, между собой тоже контактируют, и мы становимся ближе друг к другу. Труд он облагораживает, направляет нас на лучшие мысли. Ты сам, может быть, подумаешь, там, бросать ту бумажку или нет на пол, да, когда сам это все убирал. Плюс, как бы, помочь городу, дело хорошее, как бы, и радостно, что и администрация города за это заботится. Необходимым инвентарем и техникой горожан обеспечила администрация города. Подобная акция прошла впервые, но, как пообещал глава администрации, теперь такие субботники станут постоянными. Юлия Козырь, служба новостей ИТВ.